Ну что, вы хотели что-то предсказать нам сегодня? Ну, вы знаете, 2012 год самый оптимальный год для брака у Аллы Борисовны для пятого брака, а всего их будет шесть. А шестой брак, Коля, вы вести не будете. Потому что буду вести... Я буду мужем, вы хотите сказать? Николай Басков, муж Аллы Пугачевой. Ну, нет. На самом деле, ваша ирония по этому поводу неуместна. Действительно, у Аллы Борисовны 6 браков. Действительно, этот брак просуществует де юра на протяжении 1,5-2 лет. И своего будущего мужа уже Алла Борисовна знает. С точки зрения их ненатальной карты, в ближайшие 1,5-2 года они будут себя чувствовать отлично. И у вас... Еще не одна программа выйдет о счастье Аллы и Максима. И большое спасибо этим людям, что они сделали медиа-событие 2012 года. Филя со своей дочкой отдыхает. А куда поедут молодые отдыхать? Смотрите, как наши гости закрылись. Скрестили руки и ноги. Какой обороне? Коль, порчи не навожу, не надо. Да, мы, не волнуйтесь, мы... Ну да, у него аура, кстати, защищена. Мы это вам пальто подрежем после передачи. С удовольствием. Касаемо энергетической защиты, действительно, у Николая Баскова очень хорошая аура. И не надо сговоры устраивать. То есть вы его еще и в колдовстве обвинили. Пенальти! И дай бог, у вас эти места будут работать лет 50 еще. Сашка, у тебя даже в гробу стоять будет. Одним словом, Коля Басков на 2013 год, у него оптимальный год для брака. Он устроит шоу, и шоу устроит не меньше, чем устроил Филипп Киркоров. Поэтому все нормально. Я звоню Софии Ротару. Софочка, выручай, тут такое. Я женюсь еще 3 раза? Да, Коль, 3. Самый ближайший 2013 год. Так. Детей всего 2 живых-здравых, 2-й ребенок девочка. Разница между детьми в пределах 12-13 лет. Жена кто? Богатая сирота. Нет, стоп. На богатых сиротах спасибо. Да. Уже спотыкнулись. Спасибо. Поэтому на этот раз будет человек медийный. Будет человек медийный, но действительно несколько ступеней ниже Николая Баскова. У тебя 4 брака по судьбе. И во всех браках ты будешь счастлив. И самое главное, эта страна будет счастлива от того, что ты делаешь. Моя страна! И Коля Басков будет еще одну свадьбу проведет. Баскову заплатят за следующую свадьбу? А за следующую свадьбу ему деньги-то и не нужны. Ему деньги-то в том случае-то и не нужны. Как не нужны? Басков делал шоу на свадьбе Аллы Борисовны родных, они ему даром не нужны. Он Басков, и он этим живет. Коля! Коль, возьми ноту, я тебя умоляю. Я вижу, тебя шокировало то, что сказал Повсекаки. Ты согласен? Так, я пошел отсюда, все. С чем согласен, с чем нет? Было сказано многое. Нет, 50 лет мне понравилось. Значит, я 85 лет тоже в страну порадую. Сейчас я проверю, у нас есть отношения с Настей или нет? Вот, давай. Отношения, смотря что. Ну, такие. Хорошо, такие, стоп. Хорошо, я отвечу на твой вопрос. Действительно, с Настей у вас есть отношения. Действительно, есть отношения. Я не буду сейчас рассказывать, какие. Все, больше не говори ничего, все! Молчи! Нет. Закройте ясновидящему рот! Да-да, дайте слово Николаю Баскову! Кошмар! Как же нам жить теперь, про нас все знают? Ну, Александр Буйнову тогда тоже предсказать что-нибудь. Александр Буйнов все свои проблемы перешагнул. На ближайшие 10 лет абсолютно никаких проблем не вижу. Единственное, в 2012 году будет создавать нечто новое в плане дел, в плане бизнеса. Я имею в виду не сцена. О как! Угадал! Леня, самый главный вопрос.
Уважаемый предсказатель, а будут ли дети у Галкина и у Пугачева? Ребят, ну, такие глупые вопросы вы задаете. Почему? В мире есть случаи, когда это возможно. Вполне возможно. Значит, ждите в следующем году новой сенсации. В этом ничего страшного нет. Давайте не будем устраивать шоу, вы все прекрасно понимаете. Вы здесь сейчас говорите с издевкой. Вы здесь сейчас прекрасно пытаетесь подковырнуть Аллу Борисовну. Нет. Поэтому давайте без популизма ответим честно на ваш вопрос. Нет.